Значит, трамбовать лучше по 5-10 сантиметров слоями. Не более 10 сантиметров, потому что трамбовка идет плохая. То есть для этого больше сил нужно. Но для трамбовки сделал вот такой брусочек с сечением там 8 на 10 вроде там. Или 7 на 8. 7 на 9, скорее всего. Вот, внизу такой толстый тоже брусочек. Очень удобно, он сам тяжелый. Его немножко поднимаешь, откидываешь, он уже трамбует очень хорошо. Трамбуется до уровня числим бетонки. То есть ты там прыгаешь, даже следа не остается. Тем более, если это делаешь щебнем и немножко мочишь в процессе. Это уже каждый будет делать, примаститься, поймет, как это лучше делать по ходу. Вот. Я сделал так. Первый слой сантиметров 5-10 с двух раз где-то. В среднем там 10 сантиметров, под низом только песок. После этого пошел песок шебнем. Вот. Потом в конце хотел тоже песок сделать, но чтобы уровень выставить проще было через песочек. Но я это как сделал, я понял, что, блин, песок уходит все-таки, как-никак, он сбегает. А когда с шебнем, он просто держится очень хорошо и твердо. То есть блоки усадки не дадут через даже какое-то большое время. Вот. В итоге уровни, верхние уровни, поймал снова песок шебнем, но как бы тут песка просто больше сделал, шебнем меньше сделал. Вот. Трамбовал каким раскладом? Трамбовал на 1,5-2 сантиметра меньше, чем сам уровень. Потом сверху, это вот с шебнем, с песком, примерно 50 на 50. Даже шебня больше, наверное, 60-70 на вот 40-30, вот где-то так. То есть песка меньше, шебня больше. А верхний слой уже сделал наоборот, примерно 30% песка. Это для того, чтобы поймать, точнее, извиняюсь, 30% шебня, 70% песка для того, чтобы выровнять последний уровень. Вот. Так проще и гладко выравнивается уровень. Вот. Ну, выровнял все по уровню, до миллиметра почти, и выложил. Что еще? Уже расставил блоки. Расставил сначала блоки по чертежу, по проекту, по плану, по ниткам, так скажем. Вот. Сначала просто их поставил, отрегулировал по уровню. После залил, чуть более-менее жидкий сделал такую смесь, значит, плиточный клей. Но плиточный клей был не очень достаточный, а слишком он был, так скажем, песочным. Он, может, недорогой был из-за этого, то, что был в магазине, то и брал. Вот. Значит, я добавил туда немножко цемента, то есть чуть-чуть прибавлял цементика для более твердого качества. Я думаю, так лучше будет, слишком рассыпчатый. Это не очень хорошо. С одной стороны, вот. Так, ну, потом залил. После этого второй уровень, второй ряд положил также и залил. Вот, внимание, то есть, если у меня основная нагрузка стен будет по бокам, потому что это и стена, и крыша у меня наклонная идет, вот по бокам, вот тут, вот так. Вот по этой линии, значит, будет идти вот по этой линии блоков идти основная нагрузка. Соответственно, что я сделал? Блоки поставил вот так вот. Потому что бруски пойдут вот так. Поэтому первый ряд я положил не вот так, а вот так. Это основная нагрузка вот пойдет на эту полосу и на ту крайнюю. Потому что это держит всю стену, всю высоту стен. Вот. После этого уже тоже сделал цемент слой, там примерно сантиметр-7 миллиметров. Вот. И выкладывал сверху него же поштучно делал. То есть залил и вылил, поставил блоки. Вот. Поставил блоки, оставил щели. Вот между блоками вот эти щели оставались. Поставил блоки, выровнял и бока вот эти замазал. Чуть-чуть замазал бока, чтобы закрыть, потом проще было заливать. А сюда после этого проще просто сделать жидким заливать, а потом шампурочком таким, арматуркой тонкой такой
постукиваешь, чтобы воздух вышел, и все. По сути, клей садится практически. Вот. Вот таким вариантом выложил. Вот штырьки у меня. Вот. Поставил на 4 крайние. И еще у террасы еще 2 штуки будет. Этого, я думаю, вполне достаточно. Не надо сильно прям привязывать этот, так скажем, обвязку к фундаменту. Я думаю, сильно никуда не убежит. Вот, 4 штук вполне достаточно. Фундамент не очень большой, промежутки, проемы небольшие, поэтому он никуда не убежит. Ну, в общем-то, все. Вот рассказал, друзья. Вот.